немножко расскажу о своей семье. Не о маме пока. У меня есть замечательный дядя. Его зовут Саша. Он живет в Санкт-Петербурге. Я его очень-очень сильно люблю. И следующее стихотворение Михаила Анчарова. Я связываю с ним. Парашют рванули, приняли вес. Земля колыхнулась едва, а внизу дивизии Эдельвейса мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор, и мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключари, отворяйте ворота в сад. Даю приказ от зари до зари в рай пропускать десант». И сказал Господь: «Это ж Гошка летит, Благушинский атаман. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Он врагам отомстил и лег у реки, опустив на камни висок, а звезды гасли, как угоньки, и падали на песок. Он грешниц любил, они его, и грешником был он сам. Да где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена. Пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням, и мирное солнце топочет в зенит подковку по камням».